Почему ты сидишь там? Я хочу этого, Эзель. Я здесь, потому что хочу. Я спокойна. Не надо тревожиться. Посмотри, это я. Вспомни меня. Ты вспомнил? Баде, ты уверена? Тогда почему ты дрожишь? Телефон? Пусть. Эзель, ответь же, ответь. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Эзель? Он меня убьет. Кинан убьет меня. Говорит, что нет, но убьет. Я знаю. Я выбралась на улицу. Что бы ты ни делал, умоляю, приезжай. Я сейчас в районе Сарыер. Еду на старый склад. Ты когда-то водил меня туда.
Эй, она сбежала! Догоните ее! А ты, господину Кинану! Боже! Эй, Шан! Джингис, я сбежала, забери меня! Помнишь старый склад в районе Сырьер? Выше школы Джана. Ты цела? Я еду. Ты цела? Джингис, поторопись. За мной гонятся. Вот так, Джингис. Иди. В лапы моих щипцов. Смотрите здесь. Эй, стоп! А деньги? У меня при себе нет. Возьмите часы. Продадите. Ну да, нашла дурака. Они ж поддельные. Пусти мою руку. У меня нет при себе денег. Давай телефон. Давай, я еду, Ишан. Держись, я еду. Что это? Освободи дорогу! Пропусти! Колобок, колобок, я тебя съем. Брат, пропусти! Я тороплюсь! Алло, я тебе говорю! Это дорога, ты не видишь? Дорога! Двигайся! Я тебе говорю! Джинго! Прошу, кто-нибудь, спасите меня, кто-нибудь. Все хорошо? Да, Эзель. Что теперь будем делать? Ты о чем? Я тебя никогда не брошу. Не бросай. Поднимайся, вставай на ноги! Али, брат! Смеешь меня еще братом называть? Вставай! Али, брат, Эйшан! Какая Эйшан? Ты чуть не убил моего ребенка, щучий сын! Моего ребенка! Кинан убьет Эйшан, я должен... Заткнись, слизняк! Заткнись! Вставай! Вставай! Али, выслушай меня! Я убью тебя, как ты посмел! Как ты посмел? Я нажму на курок. Клянусь, я выстрелю. Не веришь? Поехали со мной. Говорю же, он убьет ее. Кинан убьет Эйшан. Надо ее спасти. Если я не спасу Эйшан, ты меня убьешь. А, брат Али, как тебе? А? У тебя же звонил телефон. Уже поздно. Вдруг что-то важное. Лежи, я принесу.
Голосовое сообщение. Эзель, Эзель, я выбралась на улицу. Что бы ты ни делал, умоляю, приезжай. Я сейчас в районе Сары-Ер. Еду на старый склад. Ты когда-то водил меня туда. Эзель, прошу, приезжай. Что случилось? Эйшан сбежала от Кинана. Быстро ты отрекся. Что? Сказал, никогда не бросишь меня. Баде, ее могут убить. Что мне делать? Сидеть дома? Хорошо. Поторопись, езжай. Жди здесь, мы сейчас. Да нет здесь никого, зря время теряем. Но таксист сказал. Ладно, поехали. Скорее, Али, скорее, мы, наверное, опоздали. Жми на газ. На казнь свою ты опоздал. Подожди. Господин Кинан ждет вас. Эйшан, держись. Уйди с дороги. Хватит командовать, я тебе сейчас. Эйшан! Эйшан! Она солгала, да? Теперь тебе точно конец. Посмотри мне в глаза, Эйшан. Тебе не интересен конец истории? Я постоянно думаю, если бы Рамис принял решение и следовал ему, кто знает, где бы мы сейчас были. Но Рамис не смог забыть Сельму. Он сделал все, что хотел.
забрал все. Все, но Сальму забыть не смог. Последняя пластинка известной певицы вновь побила рекорды по продажам. Новый фильм с участием Сальмы Хюнель. Сомневался и был уверен, что сможет. Но не смог. Он не забывал, а все сильнее любил. Не забывал, а все больше мучился. Из-за решения, принятого много лет назад, Рамис погубил сначала себя, а потом и нас. Здравствуйте, господин Рами, слушаю вас. Всего хорошего. Старьевщик! 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 Кто там? Это я, Рамис. Сальма, можешь открыть? Я хотел кое-что сказать. Одну вещь. На самом деле, если не хочешь, я уйду и больше перед тобой не появлюсь. Но позволь мне сказать. Я не могу тебя забыть, Сальма. Сальма. Я уже все испробовал.
Пытался вновь полюбить жену. У меня еще появились дети. Пытался жить с ними. Прочитал много книг. Пытался забить себе голову. Я еще больше вырос. Стал еще сильнее. Я думал, что любого могу одолеть. Но увидев тебя сегодня, понял... Любовь к тебе сильнее меня, Сельма. Что бы я ни делал, я не могу тебя забыть. Я думал, что смогу прожить без сердца. Но не могу. Я не могу без тебя, Сельма. Слишком много воды утекло, Рамис. А я все думал, когда же ты придешь? Подойди, Сельма. Смотри, как в старые добрые времена. Мы все снова рядом. Хочешь что-нибудь сказать Рамизу? Смелее? Мы женимся с Кинаном. Али, ты в порядке? Убили! Убили! Где Эйшан? Где Эйшан? Ее поймали. Ее поймали и убили. Убили! Убили, видишь? Оказалось, это не так сложно. Бесконечные сомнения, раскаяние, нерешительность. Все они исчезают двумя способами. С помощью смерти и с помощью любви. Любви? Я хочу кое-что сделать, но прислушаюсь к своему сердцу. Поэтому я хочу убедиться, верна ты мне или нет. Верна, Кинан? Но ты хотел меня убить, вот я и сбежала. Когда ты сбежала, я понял. Никогда мне не узнать правду, потому что я не хочу ее знать. Но я знаю одно. Я хожу прежними путями, совершаю прежние ошибки, несмотря ни на что. Но с тобой я счастлив, а без тебя нет. Поэтому сегодня, здесь и сейчас я отбрасываю все сомнения. Эйшан, выходи за меня замуж. Свадьба и похороны. Эйшан. Эйшан, да? До которой тебе не было дела. Ты только вспомнил о ней, да? Забрали, Эйшан, забрали! Чингиз, ну что, гад? Каково это переживать за любимую женщину, а? Из-за тебя. Из-за тебя я не успел. Так спроси, спроси с меня за это. Давай, спрашивай. Да я тебя сейчас... Давай, давай, что ты можешь, давай! Я тебя сейчас кулаками... Черт тебя подери, где пистолет? Где этот чертов пистолет? Пусти меня!
Если Эйшан не вернется, Али... Али, если она не вернется, на этот раз я убью Азат! Я в клочья тебя разорву, животное! Убью тебя! Убью! Убью! Хватит, все, хватит! Али, Али! Али, перестань! Что он говорит, ты слышал? Он сейчас же уйдет! Оставь его, он жалок. То, что он называет своим, вовсе не его. Разве это тот Джингис? Али, это тот дьявол Джингис? Это марионетка Кинана. Он забрал у него жену, телефон отключил. Одно слово, и Джингис лишился всего, что имеет. Никого и ничего у него нет. Он совершенно один. Все это пустые слова. Зря только руки испачкаешь. Понимаешь? Зря. Подумай, Али, если Эйшан поймали, если с ней что-нибудь случилось, у Джингиза никого не осталось. А ты? А я женюсь. Сегодня я назначил день. Через неделю. Через неделю Азат станет моей женой. Вот и все. Ты женишься, Али. А он никто. Бедный. Одинокий. Ничтожество. Нет больше прежнего Джингиза Атая. Али, пойми это. Передали Кинанбею, что я звонил? Скажите ему, если она не вернется, если с моей женой... Выбралась на улицу. Что бы ты ни делал, умоляю, приезжай. Дядя. Кинан забрал Эйшан. Что значит забрал? Он увез ее куда-то. Дядя, Кинан может ей что-нибудь сделать. Ты ведь его знаешь. Эйшан говорила, что он собирается ее убить. Он ведь не сделает этого. Помоги, дядя. Где ты? Просто еду на машине, даже не знаю, где ее искать. Джингис время от времени звонит домой, но их обоих нет. Езжай домой, племянник. Езжай домой и сообщи ребятам. А я подумаю, что можно сделать и где стоит искать. Давай, поезжай. Хорошо, дядя, спасибо. Конец. Я думал, он убил тебя. Думал, тебя больше нет. Эйшан, но ты вернулась. Я ждала тебя. Почему ты не приехал? Я приехал. Но сначала меня поймал Али. Али? Эзель вместо себя послал Али?
Нет, 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 Олег хотел меня... Ну ладно, в общем, я его остановил, приехал на склад, но... Но тебя там уже не было. Зато я нашел твои часы, а тебя не было. Я думал, тебя убили. Но ты жива. Ты жива. Жива. А что было? Как Кинан отпустил тебя? И что ты делаешь? Я устала, Джингис. Я хочу спать. Спокойной ночи. Эй, Шан, я чуть с ума не сошел от волнения. Ты совсем обо мне... Никого и ничего у него нет. Он совершенно один. Нашел, Эйшан? Нет. Попросил обзвонить все участки и больницы. Мы нашли часы Баде. В крови. В случае что, мы бы узнали. Раз в полиции и больницах ничего не говорят, значит, все хорошо. Все хорошо. Я опоздал. Ты поехал, как только узнал, Изель. Но я не успел. Куда? Надеюсь, все хорошо. Искренне надеюсь. Но я не хочу испытывать угрызения совести за то, что ты из-за меня опоздал. И я не буду. Я не это хотел сказать, Баде. Баде, ты сама говорила взять телефон. Я не брал. Эзель, ничего страшного. Я пойду. Я же не по своей воле тебя оставил. Ничего страшного. Жаль. Жаль, что сегодня снова пришлось переживать за Эйшан. Селим. Есть новости? Слушаю. Эйшан? Ты вернулась? Ты цела? Да. Я пулей помчался на склад, но... Не могу говорить. Я очень устала. Ты в порядке? Кинан с тобой ничего не сделал? Все хорошо. Телефона у меня нет. Как куплю, позвоню. Спокойной ночи. Отлично. Джингис, я закрыла дверь на ключ. Не буди меня. Место, куда мы приходим с женой.
Спросишь, при чем здесь я? Нет. Надо просто все хорошенько обдумать. И о тебе нужно подумать еще серьезнее. Я приехал не за тобой. Просто Кенан попросил съездить проверить. Вот я и приехал. Он не прав. Это я тебя должен проверять. Сколько раз он тебе говорил, что ты возвращался ни с чем? Я вот смотрю на тебя и понимаю. Темуз. Он ошибается. Неужели? Конечно. Так же и насчет меня ошибается. Но если мы станем одной командой, мы покажем ему, на что мы способны. Кенана не предам. А кто говорит предавать? Я лишь предлагаю, ну, поддержать друг друга. Оправдаться перед Кенаном. Я сам предоставляю тебе эту возможность. Так. Али Кыргыз через неделю женится. Оказывается. Узнай, что к чему. Для тебя это расплюнуть, а я попытаюсь убедить Кенана. На этот раз сделаем все вместе. Темуз. А? Ты. Я. Станцевать. Я попросила всего один танец. Для нашей свадьбы. Всего один. Сильно больно? Ладно, будем учить. Хорошо. И вытащи пистолет. Ты же не будешь ходить в свадебном костюме с кобурой? Не буду. Обещаешь? Обещаю. Но сейчас у меня дела. Танец выучу, честное слово выучу. Учитель хороший, молодец. Никуда не уходи, я сейчас вернусь. Обещаю, выучу танец. Я сейчас вернусь. Идем вместе, я тоже ухожу. Пойдем. Давай, пошли. Ты не приехал. Я ждала тебя. Знаешь, как я испугалась? Догадываюсь. Тогда почему не приехал? Меня чуть не убили, а ты непонятно почему. Ты обещал заботиться обо мне, а на следующий день Эзель
Уже на следующий день ты бросил меня умирать. Почему ты ничего не говоришь? Почему не оправдываешься? Потому что ты права. Не поняла? Я не смог тебя защитить. Эзель! Ты рискуешь ради меня. А я не могу делать то, что должен. У тебя наверняка есть уважительная причина. Нет, как ты и говорила. Я был с Баде. Телефон слышал, но не отвечал. Такие дела, Эйшан. Пора бы уже с этим... Он предложил выйти за него. Что? Вчера вечером. Кенан сделал мне предложение. А ты? Что ты ответила? Ты выйдешь за меня? Если отвечу нет, что тогда? Убьешь меня? Я даже не предполагаю возможность такого ответа. Я тоже не собираюсь соглашаться на добровольное рабство. Ты знаешь, как я испугалась? Если ты поступаешь так, когда делаешь предложение, какой же ты в гневе? Прости. Когда я чего-то сильно хочу, всегда так. Либо все, либо... смерть. Хотя бы взгляни. Знаю, я упустил возможность. Ты не ответишь мне «да». Но я так долго выбирал кольцо, которое бы тебе понравилось. Если оно не будет на твоем пальце, мне оно тоже не нужно. Мате. Что с ним сделать? Подожди. Принесите его сюда и отдайте Кенан Бею. Можете идти. Кольцо я не надену. Рано. Но не выбрасывай. Оставь. Значит, есть возможность, что ты скажешь «да»? Есть? И я сказала, что подумаю. Что мне теперь делать? Он же сказал, либо все, либо смерть. Эзель, может, ты и забыл, но я совсем одна. Как мне с ним справиться? Зачем ты сказала, что подумаешь? Что делать? Как я отдам тебя ему? Если хочешь, отдавай. Я не позволю выходить за него по принуждению. Что мне теперь делать? Мы узнали очень важную вещь, Эзель. Оказывается, у Кенана есть ребенок. Ты сказал, что, воспользовавшись этим, можно всему положить конец. Не получится. Дядя молчит. Сколько раз я спрашивал, он только злится. Я больше не пущу тебя к этому извращенцу. Он сделал мне предложение, Зель. И
я им воспользуюсь. Скажу, будь честен, тогда поженимся. У меня в руках крупный козырь. Кинан мне все расскажет. Забудь, Азель. Занимайся своей жизнью. Оставь меня. Ничего. Оставь. Я тебя вытащу. Не брошу. Thank you.